Гипермаркет «Семян» и наш сюжет с испытательного поля «Семенис». Сегодня 4 июля 2015 года. Хотим представить вам детерминантные томаты компании «Семенис». Посев томатов производился 4 апреля 2015 года, высадка рассады 18 мая. Перед нами знаменитый дебют – суперранний детерминантный томат. Дальше следует розовый томат «Розализа». Он является среднеспелым томатом. Хочу представить вам Мерсини, чрезвычайно продуктивный гибрид среднего сорта. Через месяц мы с вами вновь посетим эту станцию и посмотрим на красные томаты уже. Перед вами томат Элегра, новый детерминантный томат среднего срока созревания. Томат Таня, который набывает очень большой популярности среди наших покупателей. И вот перед нами Sunrise, ранний чрезвычайно стабильный гибрид. Флорида, среднеспелый продуктивный гибрид. Посмотрите, какое мощное и сильное растение. Велос. Номерной томат, который еще без названия проходит сорта испытания. Спасибо за внимание. Хотим напомнить, что супермаркет «Семян» является надежным продавцом семян по всей территории Украины. Обращайтесь к нам. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.